Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. И сегодня мы посмотрим с вами новогодний подарок, который мужу дали на работе. Это подарок от Конфила. РЖД очень любит наших деток и каждый год предоставляет нам вот такие вот подарки. Так, вес этого подарка 1265 грамм. В прошлом году я уже снимала подобное видео. Коробка была другая. Кому интересно, поставьте на паузу это видео и перейдите по ссылочке в верхнем углу. Там я показываю, что нам дарили в прошлом году. А сейчас мы откроем этот подарок. Здесь вот такая вот ручка. Коробка в виде треугольника, яркая, красивая. Вот, открывается она. Вот здесь есть скотч, который очень трудно вскрыть. Но если кто-то вскроет, видно будет, что она уже вскрывалась. Вот так вот я порвала. Ничего, сейчас так заклею и открою. Вот так вот конфеты выглядят внутри. Сейчас я высыплю, и мы посмотрим, сколько их там. Так, я уже сразу вижу, что, в принципе, подарок такой же, как и был в прошлом году, в позапрошлом. Но вот эти вот вафельки просто поменяли картинку, название. Вот. В общем, сейчас я их все разложу. Вот, кстати, еще новые. Такие вот смешные мордочки. В общем, я сейчас их все разложу и покажу поподробнее. Так, ну вот, разложила я все конфеты и сейчас вам покажу, какие есть в наличии. Так, шоколад молочный, сливочный от компании Конфил. Сразу скажу, что все конфеты от Конфил, и на этом я не буду останавливаться, просто расскажу, какие есть названия. Вот новые сейчас конфетки. Так, отражение кокос. Таких в прошлом году не было. Есть вот такие вот отражения. Люкс. Вот они очень вкусные. А вот эти вот первый раз. Так, две конфеты вафельные, глазированные. Шоколад молочный с начинкой 1. Конфета глазированная, вафельная, со вкусом тирамису. 1. 2 вот таких конфетки. Это Габриэль. Винт белый и блэк черный. Так, дальше. Я покажу вот так вот. Здесь все названия не увидишь, они так завернуты. В общем, вот столько их. Так, вот столько вот идет карамелек. Вот. Вот такая. Вот такая вот новая идет. Это карамель. Сейчас откроем, посмотрим. Да, она сосательная. Сейчас очень интересные и красивые конфеты в виде эмоций. Вот посмотрите, желтая, оранжевая, зеленая,
синие и розовые. Это вверх ногами лежит. Это вафельные конфетки. Они были в прошлом году, но была другая картинка. Сейчас сделали в виде вот такой вот. Да, ну так. Ну так. Так, наверное. Так, дальше. Вот такие вот тоже. Вот это тоже вафельные конфеты. Так, дальше конфеты идут. Такие вот. Такие вот с халвой. Это зефирки. Их три штуки. В виде летающих зверей. Мультик такой есть. Они очень вкусные. Вот новые конфетки. Конфеты глазированные, вафельные, со вкусом вишни и пирога пекан. А еще есть со вкусом банана и брауни. Вот это вот новые конфеты. Вот такие вот еще новые конфеты. Confil Fit клюква. Ну, тоже вафелька. Вот эти вот отражения две штуки я уже показывала. Вот такие вот очень вкусные. Шокомоколад. Они очень вкусные. В прошлом году их было очень много. В этом году одна. Обидно. И дальше у нас идут просто в шоколадной глазури такие вот конфетки. Таких подарков нам дали 3 штуки, так как у нас 3 деток. И, пожалуйста, напишите в комментариях, кому понравились такие подарки, кому еще, кому тоже также на работе дают подарки. И обязательно оставайтесь с нами. Всем пока-пока!